Ну что, друзья, сегодня последний день пребывания в Кабардинке. Завтра еще будет у нас, в принципе, целый день, но 17.50 у нас поезд. Поэтому сегодня мы решили в такую хорошую, замечательную погоду с утра накупаться и потом отправиться на прогулку на теплоходе «Тайфун». Мама, сестра, я и мой сыночек Назарик. Все мы ждем теплоход и будем отправляться в путешествие. На пуфику сидим. Детей всех посадили на пуфик. Можно даже и лечь. Здесь у нас будет программа «Достижи Гвараби». Все увидите. Приветствую вас на нашем комфортабельном теплоходе «Тайфун». Хочу вам представить нашу команду. Капитан судна, зовут его Виктор. Настоящий профессионал, выпускник Ленинградского художественного училища. Старшего помощника зовут Евгений. Будет вам помогать купаться, за вами следить. Ну и я, конечно же, тоже. Все знают, да? Правильно. Петр Алексеевич Романов. Первый российский император. Недавно так и сказали. О, говорят, Петр Первый. Я говорю, вот правильно, молодец. Наконец-то хоть один правильно сказал. Ладно, впереди у нас полуторачасовая прогулка. Прогуляемся вдоль восточного берега Цемесской бухты, вдоль которого идет одна единственная улица мира. Посмотрим, где на самом деле начинается Кабардинка. Обогнув мыс с загадочным названием Дооб, мы выйдем в открытое море. Справа у нас город Новороссийск, его сейчас хорошо очень видно, город-герой. А слева у нас будет за поворотом Геленджик и Сочи. Прямо по курсу, чуть менее чем в 300 морских милях, у нас Черноморское побережье Турции. Но туда мы не пойдем. Ну, на самом деле не так уж это и печально, потому что на Черноморском побережье Турции ничего интересного нет. Примерно как на нашем Беломорском побережье. Все турки живут на Средиземном море, там, где растут апельсины, и совсем другая жизнь, да? Кто был, наверное, тот знает. Но это уже отдельная история, тема для отдельной прогулки. Смотрим лево-право, возможно, появление дельфинов. Дельфины в бухту зашли, они охотятся за рыбой и наблюдают за отдыхающими. Если вы увидели дельфина, знаете, дельфин в это время увидел вас. Уже езжу сюда уже много лет, никуда мне больше не надо. Чё-то на правый борт ваш слишком много лишнего. Сейчас перевернемся под вчера. Назарик, нравится? Да, все хорошо. Скажи мне. Все хорошо. Он уже прилег даже тут. Да. Евгений. We'll be right back.
стороны Кабардинка. Вот мы проплываем, сейчас у нас это гостиница «Надежда» с ее уникальным концертным залом. Ну и здесь же, в этом месте, как сами видите, начинаются те самые белые скалы, про которые вам говорили в проспектах. Как прогулочка вам? Светик.